Уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется доклад «Селективная интраэпителиальная химиотерапия. Взгляд рентгенхирурга. Анатомические и технические особенности вмешательства». Мой доклад, наверное, дополняет все вышесказанное ранее, и хотелось остановиться на особенностях проведения непосредственно самой селективной интраартериальной химиотерапии. Мы озадачились этим вмешательством в 2015 году. Несколько лет совместно с НИИ-онкологией нам потребовалось для организации проведения этого вмешательства и создания команды специалистов совместно с онкологами, офтальмологами города Санкт-Петербурга для внедрения этого вмешательства в 2007 году. Что хотелось сказать о методике? В 2017, я оговорился, прошу прощения, в 2017 году. Что хотел сказать о методике? Методика селективной интраартериальной химиотерапии, она родилась в Японии около 15 лет назад и, соответственно, распространилась по всему миру. По поводу рентгенохирургии. Безусловно, мы являемся вспомогательной службой в лечении ретинобластомы и действуем исключительно по рекомендациям и назначениям офтальмолога детского и онколога. Но при этом само вмешательство, как уже было ранее сказано, обладает рядом серьезных жизнеугрожающих осложнений и должно быть изучено и проводиться с крайней осторожностью, согласно всем рекомендациям и техническим особенностям. И это вмешательство, что следует сказать, требует не только квалифицированных рентгенхирургов, но еще и соответствующего стационара, оснащения операционной и, безусловно, навыков врача, который будет проводить это вмешательство. Соответственно, что мы делаем? Мы делаем плановое рентгенэндоваскулярное вмешательство на сосудах головного мозга ребенку в возрасте, как правило, от 0 до 5 лет со злокачественным новообразованием на фоне химиотерапии под общей анестезией. Соответственно, какие специалисты должны присутствовать в принципе в стационаре и наблюдать за этим пациентом? Это должен быть педиатр или неонатолог, потому что дети с ретинобластомой могут быть неонатального возраста. Безусловно, детский офтальмолог и детский онколог. Для борьбы с осложнениями возможными необходимо, чтобы в стационаре были детский хирург или детский сосудистый хирург. Я дальше скажу, в связи с чем это необходимо. Также в стационаре должен присутствовать детский или неонатальный анестезиолог или реаниматолог, так же, как и отделение детской или неонатальной реанимации. Нейрохирург с опытом вмешательства детей и врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению с опытом вмешательства, также с опытом вмешательства детей и у детей первого года жизни и новорожденных. Что мы делаем? Значит, где мы это делаем? Мы это делаем, по нашему мнению, по совокупности обработанной литературы, по совокупности анализа опыта других клиник и после приобретения своего опыта, мы пришли к выводу, что проводиться вмешательство должно в многопрофильном стационаре с отделениями и специалистами, которые я уже перечислил, то есть детской офтальмологии или онкологии, где должен лежать этот ребенок, где должен лежать пациент, детской и натальной анестезиологии и реанимации. Также должны быть отделения с операционными детской хирургии, имеющие в своем составе либо нейрохирургическую операционную, нейрохирургические койки, так же, как сосудистые койки для купирования возможных осложнений после этого вмешательства. И отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. По нашему мнению, в идеале мы понимаем, что особенности финансирования здравоохранения не могут она позволять выполнять все стандарты, но в идеале это отделение должно быть оснащено биплановой ангиографической установкой, то есть иметь две трубки. Это требование для нейроэндоваскулярных вмешательств. Также ангиографическая установка должна
обладать следующими режимами. Это работа в режиме roadmap. Я к нему вернусь и буду рассказывать, зачем он нужен. Также возможностью проведения 3D-ангиографии и компьютерной томографии при помощи ангиографической установки. В первую очередь это нужно для выявления явления инсульта и внутримозговых кровоизлияний. И также полным набором эндоваскулярных инструментов для выполнения вмешательства на сосуды головного мозга. Как мы это делаем? Уже был прекрасный доклад по поводу анестезии и анестезиологического пособия. У меня здесь указано кратко, что должна быть общая анестезия, интубация. И, в принципе, как подготовка анестезиологической службы должна соответствовать, как было описано в предыдущем докладе по поводу анестезиологического пособия. Далее, рентген-хирургами выполняется бедренный доступ, артериальный доступ для выполнения селективной внутрилетальной химиотерапии, как для обычной диагностической ангиографии у ребенка. Мы считаем, что наименее инвазивными инструментами для детей первого года жизни являются трансрадиальные интродюсеры Трума, или иногда мы используем такие же трансрадиальные интродюсеры Merit Medical. Это опыт проведения, безусловно, не только интервенционных вмешательств у детей с ретинобластомой. В нашей клинике проводятся интервенционные вмешательства пациентов с нейрохирургической патологией, детей с врожденными пороками сердца, периферическими заболеваниями периферических артерий и, соответственно, уже многолетний опыт показывает преимущество этих интродюсеров перед другими и снижает риск осложнений, связанных с катетеризацией бедренных сосудов. Далее должна проводиться гепаринизация от 25 до 100 международных единиц на килограмм пациента после установки интродюсера. Такое варьирование таких объемов гепаринизации зависит от планируемого далее в процессе вмешательства либо добавления гепарина в промывочном растворе. В любом случае доза гепарина где-то доходит до 100 единиц на килограмм в час. Диагностическую ангиографию у детей первого года жизни и впоследствии для проведения вмешательства мы считаем, надо проводить ангиографическими катетерами тоже фирмы Terumo, Япония, с логотипом GlideCath 4 френча. Это катетеры с гидрофильным покрытием, которые обладают достаточной мягкостью для того, чтобы значительно снизить кардиальные рефлексы, о которых говорилось в докладе по поводу анестезиологического пособия. И, соответственно, далее очень важным моментом является выполнение всех правил нейроэндоваскулярного вмешательства. Это после позиционирования катетера во внутренней сонной артерии или общей сонной артерии, в зависимости от планируемой катетеризации наружных ветвей наружной сонной артерии или внутренней сонной артерии, подключение промывочной системы. Это раствор натрия хлора, в котором в 1 мл раствора содержится 10 единиц гепарина, как делается при всех нейроэндоваскулярных вмешательствах, таких как закрытие артерий венозных конформаций, аневризм и тому подобных вмешательств. Далее, суперселективная катетеризация должна отвечать, мы ее проводили при помощи катетеров Magic Balt и Excelsior Striker с использованием проводников Гибрид и Transcend. Также производство фирмы Balt и Striker. В литературе редко описываются при подготовке к вмешательству. Мы изучили достаточно много литературы, и, к сожалению, мало описывается конкретные методики используемых катетеров при селективной внутриартериальной химиотерапии. Мы рекомендуем эти катетеры и по собственному опыту, и по результатам изучения иностранной литературы.
Катетеры Magic наиболее предпочтительны для проведения внутриартериального введения у детей всех возрастов. У них есть один минус: они очень-очень мягкие и обладают самым наименьшим диаметром из всех микрокатетеров. Соответственно, они снижают, максимально снижают риск осложнений, связанных как с катетеризацией, так и с самим введением и нахождением катетера в артерии офтальмика. Но проведение этого катетера из-за анатомических особенностей артерии офтальмика иногда не представляется возможным. Тогда приходится рентген-хирургу использовать катетеры большего диаметра и более высокой жесткости. У нас использовался катетер Excelsior. В литературе вы можете встретить различные модификации, но все эти катетеры будут более ригидные, более жесткие, чем катетеры Magic Ball. Лучше стараться установить этот катетер для минимизации осложнений. И далее проводится введение препарата, раствора препарата Мефалан в течение 30, обычно мы выполняли в течение 30 минут. После, по завершении вмешательства проводится контрольная ангиография сосудов головного мозга для исключения тромботических осложнений и удаление инструментов с гемостазом бедренной артерии и наблюдением пациента в течение 24 часов с повязкой для контроля гемостаза бедренных сосудов. Дальше хотелось бы сказать про варианты суперселективного доступа. Уже в предыдущих докладах освещалось, что основным и желаемым доступом для проведения внутриартериальной селективной химиотерапии является глазничная артерия, прямая ее катетеризация глазничной артерии. Но, к сожалению, из-за анатомических особенностей, особенностей отхождения, ее катетеризация не всегда представляется возможной. Для этого могут быть использованы ветви наружной сонной артерии, преимущественно это средняя менингеальная артерия. И, как уже тоже говорилось, методика, которая изначально была впервые применена в Японии, это катетеризация внутренней сонной артерии с использованием баллонной окклюзии дистальной глазничной артерии. И мною найденное в литературе описание катетеризации, прямой катетеризации глазничной артерии путем контралатерального доступа через переднюю соединительную артерию, либо из вертебробазилярного бассейна через заднюю соединительную артерию. Таким образом, тоже можно провести катетер для прямой катетеризации глазничной артерии. Мы эту методику пока не применяли, но потенциально тоже держим ее как возможный вариант прямой катетеризации глазничной артерии при невозможности ее катетеризации прямым антеградным доступом через внутреннюю сонную артерию. Соответственно, на данном слайде представлена сосудистая анатомия глазничной артерии и ее коммуникаций. Основными анастомозами между бассейном глазничной артерии и наружной сонной артерии является конечная группа ветвей наружной сонной артерии. Это поверхностная височная артерия, она представлена на этой картинке здесь, и артерия максиллярис, и ее ветвь средняя менингеальная артерия. Также бывают варианты отхождения, о которых я уже говорил, глазничной артерии. Она может быть представлена двумя стволами и иметь, и отходить в различные, на различных участках от внутренней сонной артерии вплоть до передней мозговой артерии. И эти моменты тоже надо знать и быть готовым к катетеризации этих сосудов и иметь соответствующие инструменты для катетеризации этих сосудов. Соответственно, на слайде представлены ангиограммы, классическая ангиография внутренней сонной артерии, где визуализируется артерия офтальмика. И далее представлены ангиограммы, как мы это видим, как видит рентген-хирург во время катетеризации в режиме roadmap. Roadmap дословно переводится как карта дороги, то есть это изображение сосудов, которое накладывается, это опция аппарата, ангиографического аппарата, которая позволяет накладывать ранее сделанные изображения сосудов на живое изображение
изображение рентгеноскопии. И на данной картинке видно, как происходит катетеризация глазничной артерии. Здесь микрокатетер и проводник. И на следующей картинке видно введение контрастного препарата в режиме roadmap для понимания, это достаточно важный момент, для понимания распространения, будущего распространения химиопрепарата в будущего распространения химиопрепарата по бассейну глазничной артерии. Мы видим, контрастирование, соответственно, глазного яблока и сетчатки. И это говорит о том, что катетер спозиционирован правильно. Соответственно, этот режим позволяет нам максимально правильно спозиционировать катетер. На данных слайдах представлена ситуация, когда происходит инверсия кровотока по глазничной артерии, и инверсия кровотока по глазничной артерии, и заполнение глазничной артерии происходит из бассейна наружной сонной артерии. Мы видим на данной картинке отсутствие контрастирования глазничной артерии из бассейна внутренней сонной артерии, и на ангиограмме общей сонной артерии мы видим хорошее заполнение глазничной артерии из бассейна средней менингеальной артерии и распространение контрастного препарата как к сосудам сетчатки и глазного яблока, и также во внутреннюю сонную артерию. И как раз вот этот вот режим roadmap, о котором я говорил, позволяет оттитровать скорость введения препарата так, чтобы основная масса химиопрепарата не поступала в внутреннюю сонную артерию, где давление больше, чем в бассейне наружной сонной и в дистальных ветвях средней менингеальной артерии, а основная масса поступала его в, соответственно, в сосуды сетчатки вместо целевого поступления препарата. На следующем слайде представлена разница между как раз селективной ангиографией глазничной артерии и селективной ангиографией из бассейна средней менингеальной артерии, ветвей наружной сонной артерии. Мы можем увидеть, что по большому счету большой разницы в объеме поступающего препарата к глазному яблоку нету. Да, безусловно, есть распространение по дополнительным сосудам при контрастировании из бассейна наружной сонной артерии, но все равно достаточно большой объем контрастного препарата, а также, соответственно, потом при введении препарата мелфолан будет поступать к сосудам новообразования. И хотелось остановиться, соответственно, на потенциальных осложнениях, на потенциальных осложнениях вмешательства. Собственно, почему мы избираем именно такой вид, такие инструменты и такой вид рентгеноэндоваскулярного вмешательства? Во-первых, при селективной внутриартериальной химиотерапии у нас сопровождает группа осложнений, связанных с сосудистым доступом. Как известно, по нашему опыту и мировому опыту, чем младше ребенок, тем частота этих осложнений выше. Соответственно, наиболее частое осложнение является кровотечение из места пункции бедренной артерии, гематома, но также может присутствовать и тромбоз бедренной артерии, ишемия нижних, вплоть до ишемии нижних конечностей. Вот здесь как раз нужна служба либо детские сосудистые хирурги, либо детские хирурги, потому что в некоторых ситуациях таким детям приходится делать операцию тромбоэкстракции или тромболитическую терапию. И, соответственно, купировать данные осложнения, потому что по нашему опыту, по нашему опыту у детей на фоне химиотерапии из-за системной химиотерапии происходит повреждение сосудистой стенки, и частота тромботических осложнений в области доступа возрастает. Дальше. Присутствует группа осложнений селективной катетеризации артерии офтальмика.
Во-первых, есть группа осложнений, которая присутствует в принципе при диагностической ангиографии сосудов головного мозга. Это может произойти повреждение сосуда, которое может вызвать спазм внутренней сонной артерии и, соответственно, тромбоз, инсульт и при спазме артерии офтальмика ишемию сетчатки. Также нас могут сопровождать каротидные рефлексы, о которых уже говорилось в анестезиологическом докладе. Соответственно, для минимизации рисков катетеризации внутренней сонной артерии мы предлагаем использовать вот те катетеры GlideCath Terumo. Они минимизируют повреждения внутренней сонной артерии и минимизируют воздействие на стенку внутренней сонной артерии. Также обладают максимальным внутренним просветом для проведения микрокатетера и потом минимизируют риски возникновения массированного инсульта и микроэмболии. Могу сказать, что за период проведения диагностических ангиографий у детей различного возраста вот каротидные рефлексы в какой-то выраженной форме, требующих сердечно-легочной реанимации, мы не наблюдали. А проведено таких исследований больше нескольких сотен. Не при ретинобластоме, при других заболеваниях, но само вмешательство, ангиография сосудов головного мозга проводится в клинике достаточно часто. Также, соответственно, применение описанного ранее инструментария снижает риски и микроэмболий и снижает, собственно, степень воздействия на сосудистую стенку. И группа медикаментозных осложнений – это аллергические реакции и контрастно-индуцированная нефропатия, которая может сопровождаться при выполнении любой ангиографии сосудов головного мозга. Хочется вернуться еще ко второй группе осложнений. Здесь, соответственно, для купирования этих осложнений выделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения должно быть полный инструмент для лечения ишемического инсульта, то есть полный инструментарий для тромбоэкстракции при возникновении ишемического инсульта с большим массированным тромбом, перекрытием передней или средней мозговой артерии. У нас в отделении, соответственно, проводятся нейроэндоваскулярные вмешательства при артериовенозных мальформациях и аневризмах головного мозга, и весь этот инструментарий присутствует. Также должна быть нейрохирургическая служба для купирования этих осложнений, и должен быть нейрохирург и нейрохирургическая операционная, также для лечения, соответственно, этих осложнений, если потребуется хирургическая коррекция. Следующий слайд. Не работает. И также имеется группа осложнений, которые уже были описаны ранее, я не буду на них останавливаться, но это группа осложнений самой суперселективной катетеризации и больше введения именно химиотерапии, именно суперселективного введения химиотерапии. В основном это группа осложнений, от которой мы не можем уйти и как-то их минимизировать, потому что это осложнение в основном самого химиопрепарата, введенного непосредственно в артерию. И на данном слайде представлена характеристика пациентов и характеристика наших вмешательств. Всего за период с 2017 года по 2020 год у нас проведено 12 вмешательств у 4 детей. И здесь мы можем увидеть, что у одного пациента было проведено 2 вмешательства из бассейна наружной сонной артерии, а и одно вмешательство и при непосредственной катетеризации артерии офтальмика. У одного ребенка было проведено 2 вмешательства через артерию офтальмика. У детей, которые были доложены ранее в нашей клинике, было проведено у первой девочки на правом глазу одно вмешательство через бассейн артерии офтальмика и одно вмешательство через наружную сонную артерию. На левом глазу 3 вмешательства через наружную сонную артерию. И у последнего ребенка одно вмешательство на правом глазу проводилось через бассейн наружной сонной артерии и одно через артерию офтальмика.
Первым детям, которые мы проводили селективную эндотелиальную химиотерапию, результат был, закончился энуклеацией, несмотря на то, что проводилось комбинированное лечение ретинобластомы. И у двух детей закончилось, соответственно, энуклеацией. Больше мы связываем это, во-первых, с поздним началом терапии и как раз вот то, о чем говорилось, поздним выявлением заболевания и односторонним, собственно, и да. И, соответственно, у двоих других пациентов, которым проводилась селективная интраретральная химиотерапия, мы наблюдаем на данный момент ремиссию, и последний ребенок получает лечение. И в заключение хотелось сказать, что подытожив все вышесказанное, что проведение селективной внутриартериальной химиотерапии следует проводить в подготовленном стационаре, где имеются все необходимые оборудование, инструменты и команда специалистов, готовые к этому вмешательству. Современные рентгендоваскулярные инструменты в сочетании с опытом рентгенхирурга позволяют достичь 100% технического успеха вмешательства и избежать тяжелых осложнений. И клиническая эффективность селективной внутриартериальной химиотерапии превышает степень тяжести описанных осложнений. Спасибо за внимание.